Здравствуйте, дорогие зрители! С вами сайт Bitcoin Cloud Mining Center. И сегодня у нас на обзоре платформа для майнинга криптовалют под названием Omnia. Omnia – это промышленная инвестиционная компания, которая имеет крупные центры по майнингу криптовалюты по всему миру. Также Omnia имеет в своем составе профессиональную команду трейдеров. Соответственно, в Omnia можно заработать на майнинге и трейдинге в качестве доверительного управления. Сегодня мы обсудим майнинг. Майнинг может дать вам доходность от 2 до 5% в месяц в биткоинах. Окупаемость вы получите от 2 до 4 лет. Контракт DLC бессрочный и минимальный вклад $100. Прежде всего, давайте ознакомимся с сайтом компании. На главной странице вы можете узнать основной алгоритм майнинга, прочесть отзывы разных пользователей, узнать суть майнинга и ознакомиться с президентом компании. Также в шапке сайта вы можете узнать информацию о компании, ее основную историю, развитие, познакомиться с командой Omnia и увидеть план развития и то, насколько выполнен каждый пункт этого плана. Также важно отметить основные преимущества компании Omnia. Первое преимущество – это то, что компания является провайдером майнинговых мощностей. Так, например, выглядят фермы в Австрии для майнинга биткоина, эфириума и дэша. А так выглядит здание фермы компании, которая недавно открылась в Армении. Также важно отметить, что на каждую из ферм, как в Армении, так и в Швеции, часто организовываются экскурсии, и на них можно попасть и самостоятельно проверить, как работают майнеры компании Omnia. Также прозрачность работы компании подтверждает одобрение со стороны президента Армении Сержа Саркисяна, а также договора с лидером партии «Процветающая Армения» Гариком Цыруганом. Дополнительную информацию о деятельности компании мы можем найти в СМИ. Так, например, здесь фигурируют новости об открытии новой майнинг-фермы в Армении и дополнительные фотографии всего процесса. Ссылки на эти материалы мы оставим в описании к этому видео. Вернемся к сайту проекта. Также на главном сайте вы можете найти общую информацию про майнинг. Здесь можно узнать, что такое майнинг, как работать с криптовалютой и как ее добывать, а также информацию о механизме ценообразования. Еще одно преимущество компании для ценообразования – это то, что Omnia предоставляет пожизненные контракты на майнинг криптовалюты. Майнятся здесь такие коины, как биткоин, эфириум и дэш. Это значит, что проинвестировав в майнинг один раз, вы будете из года в год получать криптовалюту, которую по необходимости можете конвертировать в любую фиатную валюту. Таким образом, здесь вы можете ознакомиться с основными принципами ценообразования на OmniaTech. Начать можно с трех шагов для начала работы. Первый шаг – это регистрация. Второй – выбор торгового плана и любимой криптовалюты для инвестирования. И третье – это активизация электронного кошелька и начало работы. Также ниже можно ознакомиться с основными тарифными планами для каждой криптовалюты. Инвестиции здесь пропорциональны выплатам, поэтому все, что вам нужно, это просто выбрать сумму, которую вы хотите проинвестировать. Теперь давайте разберем основную информацию о контракте. Срок действия контракта Omnia пожизненный, хотя руководство сайта указывает, что результаты майнинга не гарантированы и зависят от сложности майнинга, курса валют, затрат на обслуживание и развития технологий майнинга. Таким образом, майнинг-контракт будет действовать до тех пор, пока не станет невыгодным, а после этого хэш-производительность будет распределена между другими прибыльными на тот момент коинами. Еще один плюс компании – это отсутствие комиссии за обслуживание. Кроме этого, во вкладке «Ресурсы события» вы можете увидеть расписание на ближайшие события OmniaTech,
А во вкладке «СМИ» можно посмотреть основные СМИ, с которыми сотрудничает компания. Во вкладке «Часто задаваемые вопросы» собраны основные ответы на самые часто задаваемые вопросы от пользователей. Например, тут можно найти ответы на общие вопросы, на вопросы о майнинге, на вопросы о комплексном плане, комиссиях, выплатах и учетной записи. Например, перейдем во вкладку «Майнинг». Здесь мы можем получить ответ на вопрос «Когда я получу свою первую выплату и сколько?». Здесь мы узнаем, что начисление начинается спустя 14 дней после активации пакета. И получить выплаты можно после того, как вы заработаете 0,3 тысячных биткоина или 0,05 эфириума. Также здесь можно узнать, какие минимальные суммы вывода и почему. Так, для биткоина этот параметр составляет 0,5 тысячных и по 0,1 для эфириума и для Dash. Теперь давайте оценим то, как выглядит наш личный кабинет. На главной странице личного кабинета мы можем найти главную информацию по криптовалютам, а также по своему тарифному плану. Кроме того, здесь можно проследить, как проходит процесс майнинга. Во вкладке «Ордера и транзакции» мы можем проследить историю транзакций, в электронном кошельке можно изменить данные кошелька, внести новый депозит, узнать о комиссиях или снять средства. Во вкладке «Майнинг» вы можете обновить свой майнинг-пакет, узнать историю выплат по майнингу, узнать свой адрес для снятия средств и проследить общую историю снятий. Наш обзор подошел к концу. Не забывайте посещать наш сайт, чтобы не пропустить свежие новости о криптовалютах и новых проектах. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч!